Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Подпишитесь на канал, где делаются добрые дела. Помогаем мы бездомным людям, попавшим в тяжелую ситуацию. И сегодня, в отличие от вчерашнего видео, которое, кстати, залетело, самый лучший видос мой на YouTube получился. Видимо, людям не хватает вот этой грязи, жести, чего-то страшного и ужасного. К сожалению. Вот. Поэтому попрошу под добрыми роликами, ребята, толканите добрые ролики вперед, поставьте лайки, комментарии, нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий, происходящих на канале. И сегодня позитивчик. Сегодня я ездил к подписчикам. Значит, Бек и Аида, огромное вам спасибо. На Киевский вокзал меня сегодня пригласили, сходили мы. Покушали с ребятами, угостили меня, передали вещи для космоса, кроссовочки вот я отдал, по размеру подошли Ксюшке, на Новослободке я сейчас нахожусь, здесь у ребят, вот, смотрите в видосе, более позитивный. Ежику отдельное спасибо, вчера тоже передал вещей, все замечательно, все передал, все смотрите в видео. Отдельное спасибо за донатики всем людям. Филудин, тебе огромное спасибо за донат. Дмитрий, огромное спасибо тоже за донатик. Пришел на донат Alerts. Всем огромное спасибо за поддержку моральную, материальную. Общаемся, пишем комментосы, ставим лайкосы. Всего хорошего, отличного настроения. В Москве сегодня солнечно, тепло, красочно. Смотрите ролик. Салют! Да. Вот так я хочу общаться с тобой, Санек. Молодец, братыш, молодец. Спасибо. А что у тебя? Что такое у тебя там? Где? Да второй телефон я тут это. А-а-а. Санек? Да. Вот так со мной общайся всегда. Я тебя уважаю, всегда уважал. Я понял. Саня! Да. Когда я за тебя пью, ты смотри, да хотя бы взглядом, блядь. Ты давай там завязывай бухать. Нет, Филюды, я, а зачем ты ключ отобрал, блядь, сука, нахуй? Ключ, да отдам я тебе ключ. Ты просто там по пьяни начал херню всякую писать. Ах, Саня, бля. Ключ я тебе уебу нахуй, понял, да? Ах, Саня, бля, я тебе уебу нахуй ключ. Ох, алкаш. Не алкаш, брат, не алкаш, клянусь, алкаш. Закуси хоть, ёпты. А? Закуси. Блядь, нет нихуя, знаешь чего, блядь, нахуй? А? Вот смотри, нет нихуя, ничего нету, блядь. К соседке сходи. Финики бывают, да, финики, понимаешь? К соседке сходи. Соседки? Да. Ебать ее, что ли, блядь? Ну не знаю там, как получится. А сами, блядь, ты долбоёб, блядь. Я знаю. А? Я знаю. Саня, молодец, дружище, молодец. Это наши шутки, понимаешь? С тобой сегодня хорошо, что мы повеселились, правильно? Ну да, а? Да. Санек, а? От души, братиш, от души. Спасибо от души. Тебе. Это вся херня. Самое главное, ты и я жив. Понимаешь, да. Ты? Согласен. Так. Давай наливай чуть. Доброе утро, уважаемые подписчики. Это прямо? Не.
Вот так вот ребята подстригли нашего Робинзона. Робинзон. Аслан, салам алейкум. Салам алейкум. Всем привет. Утро началось. Ёжик, спасибо тебе огромное за пузыречек. А, это ёжик? Да, ёжик передал. И вот передал он вещи для космоса. Сейчас раннее утро, 8:01, Бристоль открыт. Сейчас пойдем найдем космоса, будем переодевать. Заходи домой, и того, блядь, нету. Я же дедом стал, у меня дочка родила. Ты же мне говорил. И что ты, нянчишь? Ну какой нянчу, я ее даже не видел. Внучка? Спасибо вам огромное. Ариночкой надо. Ёжик, спасибо тебе огромное. Так, Бульбаш уже бегает, рыбу продает красную. Это картошка, рыба-то здесь. Бля, нету ее, ну. Маньки нету, да? Нет. Хотели перевязку Маньки сделать. Ну, сейчас найдем. Где-нибудь. Куда чего, там? Славик, как тебе без гривы, без твоей? Отлично. Отлично? Голова хоть легкая стала. Еще мы голову помыли его, блядь. Да, с утра голову помыли. Пострили, помыли. Ну, все. Замечательно. Все. Тебе надо теперь похоронить нас. Хранить не надо. Давайте, ребята. Ребята, лайк, подписки. Все, что было для нас. И вам будет благодарность. Как фу, как-нибудь, когда-нибудь. Как-нибудь как. Встал в рыбину нас. Санечек, Санечек. А? Выспался сегодня? Выспался сегодня? И этот, блядь, пиздоголовый этот, блядь. Паровоз. Паровоз тебе надоел. Не дает нам. Сука. Не, он безбашенный, да? Здесь летает, не? Да я ебал, почти 3 часа я не спал. Кроме этого, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Этот паровоз. А, с той стороны электричка нахуй? Это мой сон, это мой сон был, этот, то, что черный был здесь. Или это на самом деле? А, про черного, ребята, что? Уважаемые подписчики, сегодня, может быть, завтра есть у нас там у подписчиков очень хорошие блядь, знакомые, узнают про черного, сколько ему дали, там, ну, всю информацию подробную, чтобы тысячу раз не спрашивали. Вот, я тогда выложу всю информацию сюда. Космосу одежду нашли. Космос уже шмоток там, блядь, собрали нахуй. Да, я сейчас... Вот, кому надо. Там еще один парень трактористом работает на Киевском вокзале, короче. Под метал, ну, вот это метла. А, метла. Вот, асфальт мой? Да, вчера он мне позвонил. Сегодня я поеду, заберу тоже вещи. Так, выпейте. За 200-й день мой сегодня трезвый. С юбилеем. 200-й? Да. 200 дней. 200 дней, да. Еще 165 да. И годок. Легко. Да хватит, блядь. Чунгачкук, блядь. Хочешь жабу жопами ебать? О, блядь. Так, дихлофос у меня есть для космоса. Все есть. Ребята, рыба надо? Рыба. Кому надо рыба, ребят, приезжайте. Свежая. Продажа. Свежесоленая. Соленая рыба. А там стоит цена на ней? Нет, здесь нет. Нет? Это 306, 308. 380 рублей. По грамму, короче. Если больше грамма, значит больше денег. Ебать нахуй, сколько тут у нас там? Вы сдали вообще или нет? Откуда я знаю? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У нас 900 рублей, ебанутый, блядь. Ну. Что но? Две ты уже сдал. Да. Две. А ты не сдал? Я думал, ты тоже сдал, блядь. Нет, ты... На Бутырский рынок надо сходить, да? Да, да. Бутырский рынок, да, блядь. Там, блядь. Там они как чайки воловодские, хватают все подряд, нахуй, им поебать. А прикинь, там этот...
Ну, знаешь, да... сколько заказов-то, блядь, шампунь-то, блядь, ебаный вот этот, блядь, как его название-то, блядь, как? А, Глискур, Эльсеф. Эльсеф и Холдер-Хулдер, блядь. Холдер-Хулдер. Или как его, блядь? Хандер-Шолдер. Хандер-Шолдерс это, блядь, не русские заказывают. А... Нет, Холдер-Хулдер это шампунь вот этот, который... Да, да, да. Да. Холдер-Хулдер вот этот, да? Да. Холдер-Хулдер. И этот еще, блядь. Как его вот этот? Эльсеф, Глискур, нахуй. Хуюскур, блядь, название скажи мне. Эльсеф, я что тебе говорю. Эльсеф? Да. Вот, Эльсеф и Халдургулдур, блядь. Ангелион, ёпта. Халдургулдур, по 20 штук, нахуй. Нет, 50. 20 штук мы уже издали. Еще 50 штук заказ. У нас там тортик. Там ебашут пиздец они. Прикинь, блядь, заходишь в бутырский рынок, нахуй, все за нами, нахуй. Что есть, что есть, что есть. Да, да, что принесли. И уже администратор за нами, нахуй. Что есть, вот. Охрана, нахуй, ёпта. Ребят, вот откуда у нас деньги. Говорите, откуда у них деньги, у кого они отработают. Вот мы... У кого отработаем? У кого деньги есть? Имей в виду, не бедолага, а у кого деньги больше? Тот, который богатый. Чё? Вот так мы отработаем у них. У тебя Юлькин номер есть? Чё? Какой ты? Юльки? Вовы, Юльки, наш бля. Зачем? А, ей муж толкнул. Бля, она ж просила нас. Да, 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 да. Ай, мне сейчас пиздец. Вот как раз уважение, да, она просила. Я, блядь, для них что 4, блядь, виски купил, блядь. Откуда у них деньги-то сейчас? А может быть есть? Может, получили, не знаю. Бля, что-то можно... не звонили мне, не писали. Позвонить, поинтересоваться, может. Да. Помнишь, в прошлый раз, когда мы... Они в выходные приедут, 100%. Они, нет, они уже не могут не приходить. Потому что ты, сука, за тебе, блядь. Здесь у нас рамосты были. Да, помнишь, да, Сань? Да, 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 да. Вот один единственный человек за мной, за меня, бля, говорил слово, бля. Они хотели тебе забрать? Правильно, во-во. А, Юрки, я ж не поехал никуда. А причем тут поехал, не поехал, бля? Ты, бля, жаловался, чтобы я тебя бил, бля. Да, во. Я тебя заставляю по магазину, бля. По магазину я сам работаю. Да. Вот один единственный. Так, очередные негодяи. Привет, Машка. Как дела? Здорово. А где космос? Не знаю. Я его какого-то не видел. Я его не видела, сейчас я не буду. Вот демон. Затихарился куда-то. Я ему шмотки привез. Блять, что у вас вечная проблема? Есть сигарета. Ёб твою мать, Москва, блять, вокзал. Проблема с сигаретами, нахуй. Ёбаный насос. Что ж такие, блядь, ленивые? И сидит. Вот нет сигареты, сидит. Да подорви ты жопу, блять. Только дошел сюда. Только дошел. Вот сюда ты дошел, а по дороге ни одной сигареты не стрельнул, да? Вот сидишь, что ты сидишь, о чем думаешь? Трясет его, колбасит нас. Где же он, блядь, в подъезде где-нибудь спит, да? Не знаю. Я его не видела. А там на первом выходе не была? Я там была. Нету, да? Нет. За дорогу тоже уйдет. Ай? За дорогой там тоже уйдет. Блин, мне ехать надо на Киевский вокзал. С пакетом с этим неохота мотаться. Ладно, подождем. О, тут сорока на хвосте принесла, что космос где-то здесь. Вот он, о ком писали все газеты.
Здорово, Космос. Саша. Да. Приветствую. Как? Хуёво. Похмелье. Ладно, сейчас пойду тебе куплю пивка, мали. Если честно, я скажу, похмелье было хуйня. Это, Космос, ну, блядь, уж передевать-то я тебя не буду. Вот ёжик передал шмотки. Здесь джинсы, футболка, олимпийка и безрукавка. Вообще все выкини, и вчерашние эти штаны тоже выкинь. Там джинсы посыри. Я вижу, что тебе неудобно в этих, они тебе маловаты. Иди куда-нибудь на зеленку, сейчас похмелишься, сейчас я пивка тебе куплю. И куда-нибудь на зеленку иди, вон к шестому выходу, там на полянку. Пожалуйста, я тебя прошу. Так, Сань. Переоденься, перекинься я полностью. Я сам хочу. Понял, да? Вот здесь все есть. Я сам. Трусов, носков нету, но я думаю, они тебе нахуй не нужны. Нахуй. Да. Сейчас я пиво тебе куплю. Сидит. Сирота казанская, блядь. Ёб твою мать. На. Ай. Вещи вот тебе принес. Я сейчас поеду на Киевский вокзал. Там один братец с Востока еще вещей обещал для тебя. Вот, и это. Вот сколько я буду ездить там? Часа два, наверное. Два часа, блядь, у тебя времени переодеться, нахуй. За два часа можно переодеться? Сам не знаю. Не знаю, ну похмеляйся, что ты в карман поставил? Да все, там уже фильтр. Пол России на курице. Я прошу тебя, не откладывай в долгий ящик. Куда-нибудь в тенечек под дерево на зеленку. Вон к шестому выходу туда, там на полянке. Народу нету никого, потихоньку переодевайся. Сань, а? Скажи, братух, ты скажи там, как ты взял в один момент перестал бухать? Не знаю как. Не могу ответить на этот вопрос. Сегодня 200 дней. Юбилей у меня. Юбилей. Выпей глоток, а то мне это, блядь, больно смотреть на тебя, нахуй. Или не лезет? Лезет. Вместе со стеклом и этикеткой залезет, да? Главное, алюминия не наестся. Ой, бля, космос, космос. Сань. Я тебя сейчас не понимаю. Надо прекращать бухать. Надо двигаться. Сидишь здесь, сел на жаре. С похмелья, блядь. 33 требухи на тебе одета. Переоденешься, да? За 2 часа. Я понял, я тебя услышал. Пить захотел, бедненький. Купил этому водички холодненькой, сладенькой. А? Пить, говорю, захотел, дебил. А, мышка. Вкусно будила, ебану. Ты куда зовешь? По делам. За шмотками тебе поеду. На Киевский вокзал.
Там парень какой-то, не знаю, кто он там, киргиз, узбек. Трактористом работает на Киевском вокзале. На этой, на подметалке, наверное. Вчера написал мне, говорит, подъедь, забери вещи. И вот ежик тебе вчера передал, в Медведково ездил. А ты вчера куда ходил? С бабой встречался? Не знаю, ты все выдумаешь, с бабой с какой-то я встречаюсь. А на сейчас? Другом канале наговорил, блядь. Где маэстро, спрашивают, ты говоришь, он у бабы у какой-то. У какой я бабы, блядь? Там, блядь, блядь. Вот гандон мне быть достать. Ну. Мне вот в голове. Ты уехал к бабе. К какой бабе, нах? А, у тебя в голове? Сам себе придумал, да? Не знаю, вот прям, блядь, все, ты... Если бы я уехал к бабе, я бы к тебе не пришел сегодня, поверь мне. Мне бы было некогда утром. Вот, блядь, даже честно. Все, ты... Давай глоток, а то тебя еще это, тут тряханет, блядь. Да не тряханет. Дело не в этом. А вот, блядь, ты к бабе и все. Вот не дай бог, еще в лифт зайдешь, ты насышь. Я тебя вот прямо окачу вот этой водой. Ты насышь там, блядь. Сейчас он на улице жара, а ты тебя в лифт тебя несет. Какой хер там тебе делать? Молчи. Лучше молчи. Саня, ты не искал, блядь? Сейчас я, блядь, порвал. Прошло 15 минут, как сидел, так сидит. А, похмеляется. Похмеляется, ладно. А то я уж хотел поругаться, думаю. 15 минут прошло, ни малейшего движения не сделал в сторону переодевания. Ксюха, блин. Чего, Ксюха? Ксюха умирает. Чего у тебя, с похмелья? С похмелья, да еще давление ебашит. Давление? В каком месте давление у тебя? Головном. Головном? Да. Значит, на голове всю ночь стоялось? Нет. Нет? В стенку долбилось. Блядь, ну тут рыл много, я... У меня столько нету, чтобы всех напоить. Мне к цитрамончику. Цитрамончику? И ацетилке. Ёп, твою перекись марганата. Угу. Сейчас куплю. Померяй колеса. Сейчас пойду схожу. Давай попробуем. На Савеловской там нет такого размера маленького. Да, это я... Затянуть нормально будет. Нормально? Да. Ну вот. Подгон тебе от Аиды. Благодарю. Аида, спасибо большое. Вот Ксюшки подошли. Сейчас схожу в аптеку. Что там, цитрамон? И ацетилку. И ацетилку. Алкоголик, тунеядец. Эльза Азизовна, ваши медикаменты. Благодарю. За доставку, пожалуйста. Что, кто это? Сильно болен. Самый больной. И я. Юра и ты? Тут уже всем остальным хорошо. И Андрюха. Андрюха появился длинный? Нет? Нет, не было. Я понял. Ну куплю я вам сейчас чекушечку. А? Куплю чекушечку вам. Угу. На двоих. Больше у меня нету. А? Не поможет? Поможет. Говорю. Поможет? И таблетки сейчас еще. Юрий, дай, пожалуйста, воды. А без воды. И ни туды, и ни сюды. А, я кто на лавке спит? Не наш? Какой-то дядька вчера спонсировал. Че? Какой-то дядька вчера спонсировал. А, Рамиль? Что за Рамиль? Он здесь
Ебать, у меня же какая-то дежавю, уже третий Рамиль за неделю. Сколько можно? Вот этот негодяй, блядь, вот этот негодяй. Вот да, этот вот негодяй. Здесь, отправь меня домой, Саня. Тебя домой отправь? Да. Домой или на мой? Домой. Тебя колбасит, блядь. Вот, проставился ребятам за 200 дней. Бутылочку, огурчики, кока-колку. Ты будешь? Конечно, буду. 200 дней. Наливай. Нашим подписчикам привет. Да. И подписчики тебе сейчас в комментариях, блядь, приветы передают. Сегодня драйв, а чё, где горилка-то? Горилки нет? А там уже заряжен. Особенный драйв. Не, я имею в виду, это же вроде как бы горилка. Как она хуйта называется? Это дешевле, 39 рублей. Ну что ты, Брю, птица-говорун, баклан, блядь. Какие ты там подземелья хотел показать до Кремля? Ребят, завтра домой. Завтра, да? Завтра. Где-то я это уже слышал месяц назад. Нет, завтра домой. Все, сколько ты хуй лет? Месяц. Я думал, год. Юр, а ты на сколько зарядил? Я? Да. Насколько у тебя это сезон дождей начался? Думаешь только? Да, я только думаю. Угу. Милиция, блядь. Ну это я уже вчера слышал. Что дальше? И трезво все обсудить. И это как надо, блядь, заниматься все с собой, ехать в разные Сочи. Число какое? 17 июня. 17. 21 год. Сегодня, кстати, выпускные начинаются, да? Выпускные, да. О, это хороший сезон пошел. Вот, сейчас у меня вчера брательник улетел туда в этом случае. Надо, блядь, выхаживаться. На пачку сигарет, у меня, короче, 500 рублей было. На пачку сигарет нету у меня. Блядь, а мы вчера похуели. Ох, Андрюха. А чё, Андрюха? Ну, месяц попил, Саня. Месяц попил. Ну, теперь что, сидеть? Не, давай. Я энергетик не буду. Чокнемся, давай. Энергетик я тебе предлагать буду. Нужен ты мне. Мне, говорит, нельзя. Энергетикому нельзя, да? А водяру пару килограмм в день можно. Дедушка наш там? Филудин, он задолбал меня за целый день вчера и сегодня. Бухущий. Это ты что, Андрюх, тоже как этот, как подписчик сюда приехал, да? Или просто побухать? Я к друзьям приехал, просто к друзьям. Просто попить. Я 2 года не пил вообще. У тебя работа-то есть там? Да? Есть. Так, да, посмотрим, как он пьет. Внимание, смертельный номер. Отгрызание пальцев. Вот так и живем, ребят. Блять, аж мне это... Аж меня всего передернуло. Завтра домой едешь, да? Во сколько? Паспорт, документы, все. И домой. Так что дня через два буду, как обычно, вылеты чистенькие, аккуратненькие. За тысячу верёшь попить приехать. А что такого-то? Почему не приехать? Бухнуть, малёха, да? При маме стесняется. А, при маме? Да. Мама ругается, да? Деньги появятся, тогда я тебе в Пермь сюда поеду. В Москве попил, ты через Пермь. Может, ко мне приехать, квартира все есть, пожалуйста. Ребят, не смотрите, что я сейчас в таком виде.
Да у нас все лучше. Да я для ребят говорю. Вот я хочу так к ним походить. У меня это романтика. Мне нравится так. Мне нравится так. Ну ты еще, Юрок, не извозюкался, да, как поросенок? Ну я вот сегодня проснулся ночью, ну, весь в этом, в тополином пухе, в этом ёбаном, я тебе говорю, я вчера. Мы вчера пошли с этим, я обычай, блядь. Саня этот, я какого, с Машкой вчера приходил. Саша, Маша, ну да. Да, да. И вот мы туда к ним пошли, на этот. Вторую Вятскую, какая-то Лисицкую. Сегодня ровно 200, да, получается? Да. Ровно 200. Вот Ксюшка. Мы с ними там пенили. Заходи на эстакаду. 200 дней отметим. Ксю, сможешь сейчас стакан просто выпить? Ксюха, сможешь выпить стакан? Рискну. Огурцы. Давай. Огурцы. Может, соленые? Блядь, опять себя не будет. Как будто, блядь, вагон с ментой. Ментроление здесь как душ. С пяти утра вот так вот. Себя, когда он... Воды попьют, он охерел. Кстати, он понравился людям в этом, в комментариях. Там много хорошего под него пишут. Белый. Белый. Так, слушай. Ребят, всем привет. Всем здрасте. Это Андрюха Брюк, подписчик маэстро. Один из самых первых. Подписчик. Один из самых первых. Еще и самый первый пиздобол. Да. Да. Это, критик. Да. Филудим. Ассалам. Ну, понесло, я побыл, трезвый. Да нормально. Филудин вчера закинул мне копейку, спасибо огромное. Молодец, Филудин, молодец. Сер, покурит. Ну с ним разговаривать по WhatsApp, это вообще... Да он заебал сегодня и вчера. Я его на ночь заблокировал, потому что он может и ночью звонить. Я вчера не хуёв копейки. Ну кого, блядь, показывал, знаешь, эту девушку? Чё? Ну когда пошёл в магазин. А, да подписчик звонил, Руслан Фарманов. Купил там вчера водки кому или нихуя. Кому? Не знаю, кому там собирался покупать. Ребят. Кому я только не покупал, бля, каждый день. Ребят, вот. Заебали. Я к ним подошел, говорю, Сань, купи бутылочку. Пошел ты, говорит, нахуй. Я прошел. Иди, говорит, занимайся, блядь, ёпта. Которая была. Сам себе, говорит, помогай, блядь. Чтобы я не делаю, блядь, только попрошай ничего. Не было, чтобы никаких разговоров. Зато видео, простите. Сделано было бы все это специально. За бутылку водки. Чтобы вы все знали.